Извините сразу, я вообще что-то сегодня поплыл. Это у меня... Давненько у нас не было гартикфона, пора повторить. Сегодня будет два режима, плагиат и анимация. В плагиате каждому из игроков нужно нарисовать свой рисунок, а другим повторить. Но на повторение дается все меньше, 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 меньше времени, и рисунок деградирует. В анимации тоже просто. Каждый рисует по рисунку, потом это все перемешивается, дается другим игрокам, им нужно обвести предыдущий рисунок и добавить что-то новое там свое. Также предлагаю в комментариях написать свои идеи для гартикфона, самые залайканные или интересные, которые мне покажутся интересными, я нарисую в следующем видосике. Погнали! Плагиат! Все, все идеи есть, да. Вперед! Два, один, бой! Я взял, короче, мем Золандер, только когда он крутой и брутальный идет в шахте. Да, один в один. Ого! Что я делаю? Не, ну в принципе, если так углубить, в принципе, почти похоже. Все хорошо, все получается. Ну вы поняли, ну поняли. Че у меня только арты? Я все арты вам засру сразу, сходу, с первого раунда. У меня жестоко. Какая-то дичь. Чё там у тебя? Да хаги-баги и свинью. Не знаю, как это исправить вообще. Вот так. О, нормально, справился. О, нихуя, Ивангай. Так, я по-своему все делаю, извините. Ого, пекло. Как туалет выглядит, блядь? Белая такая фигня. Как люди выглядят. Дайте мне какую-то. Она вернулась. Да, 18+ максимум дадут. Скибидо, боб, ЕС будем рисовать. Там Гордон Писюн. Гордон Писюн. Гордон Писюн. Что-то хуй знает, что еще тут было или нет. А, все? О, все. Еее, нормально справились, офигенно. Нормально, да, даже не напрягся, хорошо. Да, да, вперед. Жим. Заулендер нарисовал. Это Заулендер. Не, это не Жим. А, это Заулендер. Нормально. Ты что успел? Я прочувствовал этот ход. Советские плакаты начинаются. А, я думала, ты Ивангай. Почему? Не знаю, кепка Ивангая была такая. Это Ивангай? Бугорок Ивангая. Вот это Ивангай. Да, вот это Иван. А это Рома Жёлудь. Я уру, чё, блядь. Я зайка. Опа! Ого, это на него майонез пролили. У него сиська круглая. У него прикольная шапочка, как горчица, знаете. Такая, на завтра горчицы. Да, да. Это что такое, Узбекистан? Что это такое, да? Мне Фуга и Ламасу обязаны понять, что это. Что это значит? Это Гордон Пек. А, Гордона изнасиловали на арте, и Гордон мстит. Бля. А, да, ну у него травма. Нет, там уже мстили. Там актуальные новости. Нихуя, он его как молот крутит, нахуе. Это просто у Хрущевки стоят люди. Ну, это нормально, видно. Ну вот, разошлись, поебались, ну, да. Разошлись. За школой видно было дело. Да, да, да. За гаражи пошли курить. Ну и в школу возвращаются как бы. Не отпускает. Думают, пора или нет уходить. О, скибидип-доп-доп. Ес-ес. Блин, Фука, круто. Я хотел его на анимацию, чтобы мы его пузом трясли. А, ну не, мы можем, а чё? Вот это охуенно выглядит. Да, вот это да, такой прикольный у него, прям реалистичное пузо. Ну, да, не у Лукашки. По-моему, он сыт и смотрит назад. Ехидно. Это прикольный чел получился у меня. Это младенец Леп. На, Луковичка. Бенджамин Баттон. Реально, он из старого в молодого превратился. Опа, ля, хаги-ваги на свине. Хаги-ваги ебёт свинью. Ну да. Опа. Ребят, не успела, извините. Ну, нормально. Блин, извините. Как это увидели? А, ну да. Это их ребенок, блядь. Хаги-ваги и свинью. Жабы.
Пеппи Джонс. О, нихуя, Фуга, как в первом классе рисовал. Прикольно. Ну, красиво, как в мультиках. Ну да, да, я так же рисовала раньше. Просто ностальгия. Пакет, блядь. Похож был. Ого. О, я думаю, что это? Я тоже такого не помню. Гном. Извините, ребят. Ну, не, нормально, нормально. Ну ладно, да, я забыла, что у него даже борода есть. Это русский гном-алкаш. Будет два члена. А, так вот. Я не справился чуть-чуть. Получилось. Ой, ну тут тоже отсылка. Сейчас тяжесть пойдет. Это две устрицы разговаривают, все нормально. Да, да, это просто, да, это диалог. Гордон. 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 Там даже венка есть. Это сперматозоиды разговаривают. Это Гордон со сперматозоидом решает, кто в матку полетит. Да, да. У них разборка, и Гордон выиграл. Если бы тот спор не выиграл, я бы не родился. Опа. Ну да, это было. Жалко. На батарее пожарилась. Собака пожарилась, да. Блядь, почему это чувак нахуй? Да это ж собака была, Серёга. Ебать. Ой, ужасно, ломаса, пиздец. Я помню этот выпуск. Ой, ужасно. Вот это, конечно, это. Ой, в минимализм хоть ушло. Что это такое? Минимализм. Да, слава богу. Ну ладно, блядь, лежит на кирпичах, нахуй, кого не волнует. Ну если что, да, это выпуск мужское-женское про ребенка на батарее. О, страшные вести вам. О, вообще замечательно получилось. Вот это круто. Зачем его на батарею клали? А, чтоб подогрелся. Опа! О, Лукаш, ты же себе с картинки срисовал. Опа! Извините сразу, я вообще что-то сегодня поплыл. Это у меня... Я вообще не справляюсь, что-то. Бля, это охуительно было. Опа! Рисовать в туалет. Ой, это же Джим Артёмович, реально. Да, да, я думала, у него кепочка. Это уже Джим Артёмович в средней школе. Бля, там на арте только руки не хватало. О, бля, ну тут мне сразу досталось, я вообще не вывез. Я не знаю, что со мной. Нихуя себе. Вы сейчас Ксюшу убьете, блядь. Там уже приступ. Евро. 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 Ой, сюда. Тут я забыл, как люди выглядят. Я еще, блядь, думал, что это за собака с мухоморами, блядь. Нормально. Опа, опа. С красивочкой. Так. Опа! Ой, это что такое? Это собачка, ведь сверху носик вон впереди. А, да, реально получилось это, блядь. Мордочка. Анимация! Раз, два, взяли! Ну давайте, три, два, один! Я рисую генерал Габс, или кто он там, с лицом Сигмы. Что-то беда, ребят. Это так выглядит беда, если что. Я не умею рисовать, это кошмар. Все, да? Ебитесь с этим, как хотите. Спасибо. У меня ад. Это что? Я надеюсь, не испортил ничего. Вау, ничего себе. Нормально. Вот теперь можно чуть-чуть потратить время на расцветочку. Блядь, ничего не успела. Вот так сотрю там, думаю, нормально. У себя смотрю, думаю, нормально. Ничего не получилось. Отлично. Да он жжет. Опа. Ебать, а чё? Как это, подожди, а как это мне достался еще раз рисунок, который уже был? По-моему, я идеально вышел из ситуации. Лучше не может быть, ребята. Блин, а сложно, а как ему пузо поднять-то? Мне надо наоборот пеструн спрятать. О, балдёж! Блять, я не помню, линии не нарисовал, сука, в конце. Жесть, страшилка какая-то. Везде кровь пошла уже, люди психанули, всех порвали, всех разорвали. Да, да. Кровь везде пошла, реально. Блять, нормально. Это что я вижу? Инопланетяне хуй сосут или что-то такое? Это так получилось? О, у тебя это, ты рисовал? Не, у меня было добренько все. Ну, может, это не оно, я не знаю, просто не понимаю. Ну, так, пусть люди сами догадываются. А это уже, чтобы сомнений не было. Блядь. Ура!
Ура! Ура! В конце уже было очень тяжело. Не, мне нормально. Но там все в расчлененку пошло. Да, да, да. Да, да, ну надо всегда расчлененку. У меня под конец одна ебля какая-то попадается. Да, погнали. Я не смог. Но ты может, это? Что? Это генерал Гавс должен был Гавс? Быть. Я такого не видел. Я не видел, да. Нормально, Ламасу, спасибо. Вот, на. Бля. Давай. Понятно. Да это анальная свеча, чтобы простуду сбить. Опа. Ребят, сейчас все будет нормально, я исправлю потом. Ну-ка, ну-ка. Ягодицы больше, чем пеструн, все в безопасности. Нормально, ребят. Ну-ка, собаку сожрали. Так, я чувствую, так каждая анимация будет заканчиваться. Да, внезапно появляется член. А потом расщепляется. Так, вот, нормально, смотрите, как надо. Опа! Да. Раз! Человечек. Артём, у нас один мозг. Ого! Да так круто. Йо-хо! О, бля, пока хорошо очень. Блёстки добавят. Ля! Ля! Гаргамель. Так, ля! Ничего себе, бомба какая-то появилась. Бомба летит, блядь. Корсар летит. По-моему, две истории, ребята, с лысой головой одинаково закончатся. Да-да. Бля, простите. А, нет, какой-то человечек накакал в голову. Сразу на ухо человечек. Ну ладно, зато добрый конец, знаете, на гранате прилетел. А что там зеленое слева появляется? А, что-то елочка, блядь. Не-не, это нос. Трогайте настроение. Фуга. Опа, The Lander. Я это и рисовал. Поворачивается. Опа. Надо было гордому надпись тоже повторить, что это The Lander. Артём, у нас с тобой один мозг. Я буду усеять, блядь. Да, 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 вот. А, я думал, конец уже. Бля. Блядь, я ебал! Я пепельницу сделал из этого. Вообще похуй на подсказку. А я не понял, как подсказки вставляют. Ну, типа, они просто либо включаешь, либо выключаешь. Блядь, охуенная история. История для книги. О, Кикстер. О, Филипп Киркоров. Да-да. Филипп Киркоров, блядь. В смысле готовим? Что за жопа опять прилетела? Да что-то из созданной в бездне. Блядь! Блин, прикольно. Он чихнул. О, клоунисты. А, тут все в еблю скатится. Да? Не надо. Я не понял просто, что увидел вот тут. Он типа идет ему в желудок. Артем. А что у него в голове? Ну я хотел, чтобы у него что-то взрывается из головы. Психодел чисто какой-то. Получилось говно полетело. Какашки в голове. Ладно, там, да, что-то взорвалось. Ну, в целом, гифка хорошая. Говномозг. На донат. Я честно, я старался. О, кайф, кайф. Ой, мы все просто перерисовали, Эр. Нет, там пеструн вылазил. Не-не-не. Ну, офигенно. Зато анимация какая будет. На вон Сисюн подпрыгнул у него. Нихуя себе он подпрыгнул. Сисюн подпрыгнул. Я его немножко пениса прессовала, может, думаю, хоть так. Да, да, я его спрячу сейчас. Не надо, Артём, не надо прятать. Бля, ебать, там прикольно. Я хлопнулся, пузо упало. Ну-ка. О! Нормально. Ой, блядь. Девочка или мальчик? Я хотел написать, что у него штаны спущены. Это женский шкибетюком просто получился. Но труса пузом потрясти не вышло. А вот он просто шлёпает по пузу и обтирается. Штаны спадают. У него в конце почему-то вагина. Обтирает. Ребята, должен быть был Эль Примо. Эль Примо! А, вот оно что. Нормально, у него живот свело, ростышко сильно шлёпнуло. Нет. Сейчас бабка заспавнится, блядь. Да, я вернулась.
легендарная. А что они? Акробат. Ого, бля, бабка его кулаком бьет или что там? Жесть. Это не рассетка стирается. Нихуя, бабуля! Нормально! Добил. Добил. Вбил. Вдолбил. Блядь, а бабуля-то не растерялась. Бабушка с подругой, блядь, как. Опа! Бля, красивая. О, это такая история будет прекрасная. Тут пиздец. Я не понял, что я вижу, я просто решил что-то нарисовать. Так. Я вообще это не помню, как не было. Нормально там будет, по глазкам сразу узнаю. А, понял, да, по глазкам узнал тоже. Так, 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 загадка. Ебать! Так. Ебать! Вот я здесь перерисовывал, бля, полчаса, думал, чё, бля, капли нахуй для вас. Ебать! Я хотела, типа, они порвались глаза. Да, да, да. Ебать, жуть! А сделай помедленнее. Это там. Этот, блядь, это была какая-то игра, там, типа, чел в кошмар ходит, там тоже всякая подумала, хуйня происходит. Если честно, я рисовала Аню с мема, где там Аня посмотрела «Созданную в бездне». А, да? Блядь? Я вообще не понял, думал, блядь, вообще моя реакция после второго «Созданного в бездне» была именно такая, хотелось глаза пошить. Не, ну ты их зашила, но завтра опять снимись, поэтому порвал эти швы. Е, дракон! Пассета! Да, дракон, это, блядь, кайф. Пассета. Ля-ля-ля, какой пошлый взгляд. Да, а я думаю, это хуже, блядь. Я хотел рот открыть, сорян. Я тоже. Ну, вы открыли? А у него хомяк въебали, у него хомяк уползает, ребята. А, это хомяк? Да, был, должен быть. О, выпустили, кайф. Да, выпустили, кайф. Хомяк бежит. И выкинули его. Это его подразнили. Блин, прикольный язык нарисован. Блин, да, да, язык прикольно обернул. Блять, ну не захотел пускать. Хомяк сбежал, обрадовался, и вот я сожрал. Спасибо огромное за просмотр. Ставь обязательно большие пальцы вверх, колокольчик прожми, уведомления включи, на телегу подпишись, чтобы уведомления не пропускать. И на Бусти можешь поддержать меня. Вот это будет круто, там выходят эксклюзивные видео. Ссылочки на все в описании.